География турнира охватила три региона – Бурятию, Иркутскую область и Забайкалье. В день соревнований на татами вышли 143 юных дзюдоиста, 6 из которых – шелиховчане. Александр Мартыновский выступал в самой тяжелой весовой категории – выше 66 килограмм. В финале ему удалось одолеть соперника из Ангарска. И это несмотря на то, что преимущество в массе тела в 40 килограмм было на стороне ангарчанина. Большой, тяжело было раздвинуть его, растаскать. Вот, я его выиграл по замечаниям. Масса у него большая, ему было тяжело, как бы. Я атаковал, и ему за пассивное ведение борьбы дали шина. Ну, в голден скоре. Это либо борьба до оценки, либо до замечания. Наставники шелиховчан отметили, что подготовка спортсменов из других регионов была весьма достойной. И все-таки воспитанники юности стали лучшими еще в двух весовых категориях. В весе до 66 килограмм первый результат показал Максим Голубев. Он не оставил шансов противникам, показав отличную технику боя. Золото получил и Игорь Гайсин в категории до 38 килограмм. В финале его ждала встреча с сильнейшим спортсменом из города нефтехимиков. Они лидеры в этом весе. Их развели. И они встретились в финале, как и было запланировано. В общем-то, ну, Игорь показал очень грамотную борьбу, тактически. Сначала на первых минутах он буквально поймал его соперника, а потом он отыгрался и удержал свое преимущество. В общем-то, молодец, здорово. Также на счету у шелиховчан еще две награды. Андрей Пермяков был младше всех своих соперников, но получил серебро соревнований, уступив лишь одному из них. Третье место у Максима Тюрюмина. Он выступал в категории до 46 килограмм. Сейчас юные дзюдоисты готовятся к закрытию сезона, чтобы восстановить силы и также достойно представлять город на новых соревнованиях.